Спустя 20 лет нашел брата по видео из ТикТок. В Челябинске два стриммера еще год назад сняли ролик с бездомным человеком. Вот только оказалось, что этот мужчина может быть пропавшим без вести ветераном афганской войны. Все подробности, удивительные истории, финал, который, кажется, развернулся в нашем городе, смотрите в сюжете. Опа-на! Принимал его. Это Серега! Нет, Серега! Серега, брат! Это мой друг Серега. Выбирайте раз. Погнали чай пить, Серега. Это видео, снятое еще летом прошлого года в Челябинске, случайно обнаружил житель Пензы Андрей. Мужчина листал ленту в популярной соцсети, когда увидел на экране телефона знакомое до боли лицо. Они меня куда-то увезут, никуда вообще. Серега, а потом... Сейчас лицом... Асфальт пахал. Пахал. Не получилось. В этом человеке Андрей узнал своего родного брата Петра. Связь с родственником у него оборвалась еще в 2003-м, когда тот уехал из родной Белоруссии в Москву на заработки. Это фото было сделано незадолго до его пропажи. И действительно, если сравнивать старую и новую фотографии, то схожесть между мужчинами становится очевидной. Только вот кажется, что сам герой ролика вовсе не помнит, кто он. Кто ж танкист? Какой ты... Родственники пропавшего предполагают, что Петр мог потерять память из-за драки. По их словам, мужчина служил в Афганистане и частенько вступал в конфликты. А проблемы с памятью могут объяснять то, что человек на видео постоянно представляется разными именами. Обычно называет себя Андреем, Сергеем или Алексеем. Но кое-что, видимо, бездомный все еще помнит. Я в 85-м году это начал. Чего? А вот это... Играть? Ты денежку хочешь подкинуть? Ай, крас! Или забрать хочет? О, вы что делаете? Он деньги положил. Этот челябинец в черной куртке явно не ожидал благородного поступка от бездомного. Но несмотря на агрессию, мужчина вступать в конфликт не стал. Да ладно. Если человек так выглядит, это не значит, что он плохой. Я знаю. Ну а зачем? Знаю. Пацаны, давай. Ух, как я устал, а? От чего, Серега? Жили-были. И вот оказалось, что, возможно, этого мужчину на видео уже почти 20 лет ищут родные. В надежде найти Петра они даже обращались к гадалкам. Правда, те еще больше запутали и без того растерянных родственников. И вот, теперь, кажется, судьба сама свела родных людей. Вот эту грязь, ее всегда можно отмыть. Ага. Водой. Согласен. А вот эту грязь? Какую? Никогда. Близкие пропавшего надеются, что этот человек и есть тот самый Петр, поэтому просят челябинцев помочь найти этого мужчину. Серег, ты чего, уже накидался? У нас не было 2 часа. А где вы пропадали? Мы там ходили. Опять же, вы никуда